посмотрите на эту космическую принцессу, Алин. Ну ты такая красивая, ты мне так понравилась. Прическа у тебя напоминает мне Sailor Moon. Знаешь такой мультик? Нет. Не знаешь. Ну расскажи, что ты будешь сегодня исполнять. Я буду сегодня исполнять песню под названием «Мы вместе». И эта песня в самом деле очень веселая, и она про дружбу. Про дружбу. Ну, да. Смотри, ты тоже такая очень веселая, у тебя есть друзья, и, наверное, их очень много. Очень много, знаете, в самом деле у меня друзей, мама мия, у меня их практически по всей стране они у меня есть. И даже есть зарубежные, у меня есть и из Израиля, и откуда только нет, в общем. Ну, ты такое солнышко, действительно. Спасибо. Я прям чувствую от тебя лучи добра и позитива. Ну, я думаю, что у тебя есть все шансы понравиться нашему жюри. Ты сейчас выйдешь и покажешь себя во всей красе. Да. Да. Вперед на сцену. Шоу талантов. Здравствуйте. Меня зовут Шаманаева Алина. Мне 8 лет. И сегодня я вам исполню песню под названием «Мы вместе». Милая земля, льется наша песня, мы одна семья. О-о-о, только вместе мы большая сила. О-о-о, не разлей вода. О-о-о, чтобы радость сердца не остыла. Такой красивый в радужных цветах. Быть всегда счастливым есть у каждого мечта. Тонкими ручьями широка река. Будем жить друзьями, вот моя рука. О-о-о, только вместе мы большая сила. Алиночка, солнышко, услышав первые позывные в песне, я сначала подумала, что песня про джунгли. Но потом оказалось, что песня все-таки про дружбу. Здорово. Так ты это задорно делаешь. Спасибо. Ты готовая артистка. Спасибо. Кто продумывал твой сценический образ? В самом деле продумывали все. Бабушка, дедушка, ты мама. Ты принимала участие в этом непосредственно? Ну, конечно. Да, и какой же вклад ты внесла в свой сценический образ? Ну, я помогала маме там, допустим, вот тут нужно там, допустим, сделать какой-то цветочек, юбочку, там, туфельки, то что-нибудь. А, все вот это продумала, ну, ты? Ну, все, в принципе, да. Ну, не только я, тут усилия педагога, усилия мамы, бабушки. А вокал бесподобный? Что? Чья заслуга такого вокала бесподобного? Ой, это в самом деле, не знаю, как-то... Пою я, в самом деле, уже с 4 лет, но мне кажется, это заслуга педагога, потому что благодаря ему я тут, я на этом месте. Поэтому мне кажется, что это честная заслуга только педагога. Но всем своим близким и твоим родным большой поклон. Выступила. Ладно. Замечательно, очень здорово, ты умничка, я тебе говорю. Спасибо. Да. Спасибо. Конечно, она участие принимала. Знаешь почему? Как минимум, она как модель вышла сюда, уже одела. Я говорю, готовая артистка. Ну, конечно, уже принимает участие в виде модели.
Спасибо. Человек должен... Да, в самом деле, я и модель... Она есть модель. Модель, я в самом деле участвую в показах модного дизайнера Александры Ульяновой. Поэтому... А чувствуется, видишь, какая уверенность, да, в ней? Чувствуется, что она уже... Я уже сразу все увидел. Довольно-таки часто, я думаю... Зимой тоже выйдет, наверное, показ новой коллекции, я не знаю. Ты нас приглашаешь? Мы придем. Конечно, приглашаю. Все, от тебя приглашение. Ну вот самое интересное, у тебя была ассоциация немножко другая. Вот как я услышал про запах этого молоко, молока топленого, я подумал, вот как дядя Федор, пес и кот. Вот, а, вот эта сказка детская, да, вот просто квашено, там все кот с молоком выходился, да. Доил корову и все предлагал молока. Да. Вот я сразу понял, что это вот точно с этой сказки. Тебе не кажется? Не, ну хорошая песня про дружбу. Ты всегда будешь петь такие хорошие песни? Да, конечно. Ладно. Так что, Алина, я тебе говорю, да, у тебя большое будущее впереди. То есть, если ты с 4 лет поешь, ты будешь петь и в 8, и в 14, и в 20. Спасибо. А, и в 30, тебе сейчас сцена твоя. 8. Вот сейчас 9, да, будет скоро? Ну, скоро, мы, да. Мы знаем, так. Скоро день рождения. Как раз, да. Когда эфир выйдет, к твоему, так сказать, празднику. Ого, класс! Будешь всем показывать. А какие-то у тебя планы на будущее есть? Ты вот и модель, и в самом деле, мне хочется быть и певицей, и дизайнером, и моделью. Я пока еще не решила, но больше как-то мне хочется петь и развиваться в пении. Но это еще не факт. Может быть, я стану кем-то другим. В детстве это не понять. Ну, это такие, она терзается пока, понимаешь, ну, да, творческие, да, изыскания. Но мы, ты найдешь свой путь. Развитие, особенно в плане творчества, в плане голоса, в плане того, чтобы стать великой певицей. И мы думаем, что у тебя все получится, поэтому да. Спасибо. Поздравляем тебя. Все, приходи в следующий тур. Будем ждать с нестерпением новый костюм твой. Ладно. Видишь, как модель у нас. Новые песни, да? Вот да, это, у Sailor Moon, да, вот это было с такими? А песни это написали тебе? Нет, песню не написали, песню я взяла у другого, другой девочки, та, которая тоже хорошо поет. Но в самом деле я и сама пишу песню, вот первую песню написала уже сама. И педагог мне пишет разные песни, поэтому... Ну, а может, ты нам споешь свою собственную песню? Ну ладно, но правда у меня еще не готова фонограмма, я так, акапелла, ладно? Да. Сейчас вспомню, а то забываю все время. Сейчас. Ладно, сейчас попробую вспомнить. Если честно, то я сейчас вообще не помню. В готовом варианте уже покажет нам в следующем туре свое произведение. Готова будешь продемонстрировать? Да. Все. Да. Тогда увидимся во втором туре. Молодец. Молодец. Спасибо. Алин, ну я посмотрела твое выступление. Глядя на тебя, могу сказать, ты уже настоящая артистка. Спасибо. Ты так себя уверенно держишь, и твоей уверенности, мне кажется, может позавидовать любой взрослый человек. Ну, ты так мило, мне еще хихикнула. Действительно веселая девчонка, отличная артистка. Спасибо. Как тебе у нас? Ой, мне очень понравилось, безумно волновалась, но я очень волновалась из-за своих подружек и из-за своего друга, но... И поэтому мне очень сильно понравилось, очень хорошее жюри, очень хорошее помещение вообще само, и очень приятно тут выступать. Я бы поехала сюда бы еще раз. Как приятно слышать такие теплые слова о нашем проекте, о нашей студии и о наших жюри. Спасибо тебе большое. Я безумно счастлива, то, что ты прошла во второй тур, то, что ты с нами. Вам большое спасибо. Шоу!